Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ Фаберлик по 15-му каталогу и новинки 16-го. Просто куча новинок. Заказ, как всегда, на 100 баллов. Итак, поехали. Девчонки, VIP-новинок только 50 наименований. У меня в заказе 16-го каталога VIP-новинок. Поэтому я не знаю, как мы с вами уложимся в один обзор. Скорее всего, будут две части. Открываю сначала маленькую коробочку. И здесь у меня... Я вообще заказала два контейнера. Ой, мой любимый цвет. Вот почему-то карточки заказа не были доступны. Это, во-первых, я не думала, что здесь будет как раз вот такая вот ментоловая прослоечка силиконовая. Класс. Faberlic Home надпись. Это контейнер в размере 910-572. Смотрите, показываю вам информацию по пластику. Все, можете нажать на паузу, почитать, посмотреть. Так, открываем. Тоже немного пакетиков приходит. Прям замечательно. Очень плотный пластик. Я это уже ощутила в пакете. Он очень плотный. Вот его практически даже не продавить. Крышечка. И вот такой вот зелененький силикончик. Здесь крышки просиликоненные. Запаха никакого вообще нет. Как же я не люблю, девчонки, вот эти дешманские контейнеры, которые воняют. 550 миллилитров. Информация еще на донышке у нас с вами есть. Так, я так понимаю, в микроволновке можно, в холодильнике можно, в посудомойке можно. В общем, все с ними делать можно, потому что пластик хороший. Оп, оп. Мне нравится. Слушайте, я не пожалела. Надо будет еще набрать. Контейнеры нужны всегда. Так, что у меня здесь в коробочке? А в коробочке у меня кружка. Девчонки, кружка. Выходит к Новому году новая коллекция со змеей. Так как у меня дочь змея, это будет ее год старшая. Естественно, не могла не купить ей кружечку. Артикул 910-581. Смотрим. Пупырки. Так. И вот как она выглядит. Цвет мне тоже очень импонирует, очень нравится. Красивый. Так, объем у нас здесь. Объем небольшой. Но вот как раз у меня Ксюшка так и пьет. 350 миллилитров. Это мне нужно почти пол-литра кофе с утра. А ей нет. Вот такая вот милая змейка. Мне нравится. Вы знаете, еще и денежки тут. Ну, вот так вот прям классно. Без дефектов каких-либо. Все нормально вроде. Ничего не нашла. Хорошенькая кружечка. Просто прелесть. Мне нравится. Так, едем дальше. Дальше, девчонки, вот тут прям в этой коробке все самое вкусненькое. Да тут во всем заказе все самое вкусненькое. А нужно было так много заказать мне того, что позаканчивалось, бытовой химии там и так далее. Я прям очень себя урезала в этот раз. Варежки, девчонки, взяла себе черные варежки из стеганого текстиля. Не стала брать из меха. Я вот такие вот люблю. Я детям такие покупаю. Артикул 600-923. Смотрим. В зип-пакетики приходят прям хорошо. Ой, они под кожу, слушайте. Я думала, они будут, знаете, так вот, как баллоневые, как курточки. Они под кожу, как эко-кожа. Мягкий такой материал. А у нас здесь что написано? Полиэстер 100%. Вот, как они выглядят. То есть, тактильно вообще, по ощущениям, они под эко-кожу. Материал такой. Этикеточка. Так, сейчас сорву ее. Она не сорву пока, чтобы варежки не порвать. Она нам пока не нужна. Уже не нужна. Так, смотрим. Внутри мех. Вот такой. Его много. Можно подворачивать, кстати, вот так носить. Так, на мою достаточно крупную руку все отлично. Прям вот как раз. Мне как раз. Так, а эту давайте вот еще тут резиночку у нас с вами, если что. Ой, какие мягенькие, приятные. Мне нравится. Вот такие вот хорошенькие варежки. Все супер. Мне нравится. Пальцы большие. Тоже нормально, в принципе, все хорошо. Хорошо пошито. Утеплились. Носим. Красота. Тоже понравились. Так, дальше что у нас тут с вами в пакетике? Кто-то мне в комментариях недавно писал, чек не вкладывает. Нет, у меня все вкладывают. Наверное, девочки, без вас на пункте выдачи открывают коробки. Они этого не имеют права делать. Это, во-первых. А во-вторых, еще на почте. Да, на почте еще бывают косяки. Лучше, конечно, на пункт выдачи заказа оформлять. У меня здесь и новинки, и не новинки. Вот прям глаза разбегаются, девчонки. Вот такой спрей в 16-м каталоге выходит детский. Новая детская линеечка. У нас с вами Glam Kitty. Малинка, правда, опять. Но у меня дети любят. Я не люблю вот эту малинку, но сейчас посмотрим. Детская ароматическая вода для тела и волос. Вот так вот. 100 миллилитров, артикул 33-67. Вот такая вот красота. Давайте потестируем. Распылитель такой прям, ух. Да, пахнет как Lovely Moments, по-моему, да, малинка. Точно так же. Мне не нравится этот аромат, но детям нравится. Такая вот малинка химозненькая.
Аромат достаточно ярко выражен. На руку попшикала, вот начинаю растирать, даже немножко вспенилась почему-то. Ароматическая водичка, в общем. Прям вот как был аромат в Lovely Moments. Гель для душа у нас с вами такой, да? И еще что-то. Так, смотрите, вот такая вот из этой же серии у нас выходит новая заколочка корона. Очень красивая. Так, это очень мелко написано, девчонки, гребень для волос принцесса. Артикул 600-690. Сейчас я его, конечно же, извлеку. Постараюсь. Запаяли так запаяли. И все вам покажу. Кстати, вот продумано сделано, смотрите. То есть вот такая вот форма сделана, продумана. То есть я себе сейчас заколола, у меня корона стоит. Сделали высокую прическу и вот такую красивую корону себе прикололи. Классно, нравится. Так, дальше едем. Носочки у меня здесь в этом же пакетике. Носков безумное количество появилось, и теплых, и не очень, и шерстяных, и не шерстяных. Я взяла несколько позиций. Носки для детей с принтом. Артикул 810-493. Размер у меня 16-18. Взяла 3. Надеюсь, не сильно большие. Нет, нормальные. Вот, с мишками. С мишками. Вот так выполнены. Они у нас с вами нормальные, хорошенькие. И по плотности здесь они средненькие получаются. Не тоненькие. Сейчас вот на осень прям хорошо носочки. Ну и в сад там такие можно. Хотя мы в основном там в белых пляшем, танцуем с мишечками. Вот такие. Приятный, кстати, теплый коричневый цвет. Мокко, действительно, камера мне лично показывает их сейчас какими-то рыжими. Нет, врут. Дальше в этой коробочке у меня вот такой вот гель для душа. Много ли ниточек зимних опять вышло. Взяла все. Остальные, наверное, в другой коробке. Артикул 81-31. Клубничный вихрь это у нас с вами. Нюхаем. 3+, это все будет. Ой, вот этот нравится. Это прям клубничка-клубничка. Вот лучше бы такую водичку, если честно, сделали. Ну, на мой нюх. Вкусная такая клубничка, даже немножко с кислинкой прям. Не земляничка, нет, не приторная, а прям клубничка-клубничка. Очень густые. Все прекрасно, замечательно. Так, дальше у меня в этой коробочке один порошок, другой тоже в той, расфасовали все как-то так, не по группам. Горная свежесть и альпийские луга. Я в этот раз опять заказала. Сейчас скрою их, пересыплю в контейнер для порошка и буду радоваться. Я уже говорила, что все-таки... Я вернулась опять к сыпучим порошкам, так как, на мой взгляд, они отстирывают лучше всего. И машинка у меня моя с ними ведет себя лучше всего. Гели я, в принципе, не люблю. Я брала последнее время пластины по VIP-программе со скидкой 70%. Это всегда выгодно. Но нет, нет. Ну вот нет порошкам равных, поэтому я к ним вернулась. Артикул этого 323. Ну, во-первых, они гипоаллергенные. Они с нуля плюс там, пожалуйста. Подходят астматикам. Полностью выполаскиваются. Что не могу не отметить. И все замечательно, все хорошо. И отстирывают все на ура. И машинка чистая, без каких-либо посторонних запахов. Здесь у меня две туалетные водички. Сейчас мы с вами третью извлечем из другой коробки. Все раскидали и будем сразу тестить три. А линеечка зима. Конечно же, взяла вот такой ультрапитательный крем для лица, рук и тела. Всегда его беру каждый год. А, вот такая картиночка. В этот раз у нас красивая, интересная. Здесь 6% масла ши. Артикул у нас с вами 120-24. Ультрапитательные, классные, суперские, замечательные кремушки на все случаи жизни. И личико ребенку, ну, уже 3+, я думаю, так вот можно помазать зимой перед выходом на улицу или после, если щечки покраснели. И себе, и все можно помазать. И ножки, и ручки, и так далее, что сохнет зимой. Сейчас отопление уже, да? А душка, как и была, ничего не изменилось здесь. Такая же, пахнет... Чем пахнет, девчонки? Маслами какими-то. Ну, в общем, такая же, как и была в прошлом году. Абсолютно такая же. Ничего не изменилось. Из этой же серии у меня еще вот такой согревающий крем для ног. Мне очень, на самом деле, интересно, как он работает. Здесь у нас с вами три компонента. Так, артикул 120-25. Специально разработан, смягчает, питает кожу, содержит имбирь, камфору и перец. О! Вот, это, вот такое я люблю, девчонки, когда морозы уже на ножки нанести, чтобы они не мерзли. Составы все, кому интересно, на паузу нажмете, почитайте. Давайте, кремушки все всегда приходят закрытые, за что люблю Faberlic. Давайте потестируем, я сейчас куда-нибудь нанесу на руку хотя бы, чтобы понять вообще, греет, не греет. Вот сюда. Так, легенький такой крем. Пахнет перцем, пахнет звездочкой, девчонки, пахнет звездочкой, реально. Все, нанесла. Сейчас посмотрим.
Будет греть, не будет. Вот такой крем для рук I Love Winter. Не буду открывать, скорее всего, кому-нибудь задарю, потому что новинок взяла очень много. Зимние, красивые, на подарочки в школу учителям, воспитателям всегда пойдут. Артикул 120-15. Я думаю, обычный базовый как бы крем. Интенсивное питание именно я взяла. Дальше у меня из линейки NFW Ксюшки взяла, она пользуется сейчас активно этой линейкой, вот такие полоски очищающие для носа, здесь их 4 штуки, артикул 0438, я и себе такие брала, у нее сейчас уже на носу иногда могут быть высыпания, подростковый возраст, привет, начинается, поэтому взяла. Полоски классные, на распаренный носик, девчонки, приклеить, походить, потом отодрать, и красота. И чистит поры, черные точки, все дела. И впервые беру вот такой вот корректор 0470. Думаю, уж соберу ей всю линейку, пусть будет. Это типа консилера у нас с вами, но корректор, который можно использовать в возрасте 12+. Он такой совершенно легкий, практически не перекрывает, но пусть будет. Так, дальше у меня в этой коробочке был магнит, девчонки, я взяла себе лаки, кошачий глаз, новинку следующего каталога, и к ним прилагался вот такой магнитик, артикул 711-40, сегодня буду делать маникюр, постараюсь вам снять, вы и просите давно снять ролик, как я делаю маникюр, но правда маникюр у меня уже сделан, мне нужно сделать только покрытие. Что я хочу сделать, пока я обо всем об этом вам обещаю, буду открывать большую коробку, маленькую мы с вами разобрали. Я хочу сделать покрытие гель лаком, то есть базой, с сушкой в лампе, потом нанести лак кошачий глаз по берлик, сделать как-то это все дело, потому что я честно сама себе никогда кошачий глаз не делала. Я не представляю, как работать магнитами, но я думаю, все получится. В общем, сделать себе маникюр обычным лаком, сверху гель базы, и потом нанести топ, который тоже просушивается в лампе, гель-топ, да? Я думаю, что маникюр такой имеет место быть. Какая разница, какой лак. Главное, что как бы ну, база, главное, что топ. Да? Мне кажется, что должно получиться. Будем делать вместе с вами. Так, большую коробку открыла. И здесь у меня как раз второй контейнер. Немного побольше взяла уже размер. Так, 910-573. Здесь уже литр. Здесь уже литр, девчонки. И вот так он выглядит. Литровый такой уже большой, хорошенький контейнер. Все замечательно. Классно. Так, дальше взяла БАДы по VIP-программе, по-моему. Я сейчас могу три продукта брать, и вот, наверное, я три каких-то из этих БАДов взяла. Первый – поддержка репродуктивной системы для женщин. Ни разу его не пропивала, решила пропить, пригодится. 158-46. Сейчас посмотрим, как у нас с вами выглядят капсулки. Хлебом не корми, да и БАДов каких-нибудь попить. Бежевые, практически никакой отдушки не имеют. Так, дальше, наконец-то, у нас на складе появился ньютоник. Взяла дочери, вещь вообще наикрутейшая. Во время учебы просто потрясающая. Себе бы тоже хорошо пропить. 157,98. Но у меня такой большой заказ. Я вообще ньютоников штук 5 бы взяла. Но такой большой заказ пришлось себя урезать. Это сосательные у нас с вами таблетки, которые содержат комплекс витаминов группы В. Биотин, глицин и янтарную кислоту. Очень хороший, девчонки, состав для нервной системы, для мозга и так далее. Вот так они выглядят, вот такие бежевые. Мы их рассасываем, они приятные. Они действительно приятные. Взяла себе куркуму, хочу пропить, повторить, потому что куркума – это вообще живительная сила, очень классная вещь. Артикул 158.00. И No Stress. Я пропиваю и старшая дочь на ночь тоже, потому что школа, потому что вот этот весь нервяк жуткий, 157.25 артикул, поэтому мы с ней пьем. Плюс еще витамины группы В, ну вот они теперь еще и в ньютонике, то есть целый прям такой хорошенький набор. Так, ищу, девчонки, третью туалетную воду, вот они. Нам надо с вами опуститься уже пониже, чтобы подробненько все разглядеть. Водички приходят не в слюде, но наклеечка есть. Вот такие вот они интересные и замечательные. Взяла все три, потому что цена вопрос 200 с чем-то рублей. Начнем с голубой. Тренди траки гоу. Трики. Так, артикул голубенький у нас с вами. Ноты вам никакие читать не буду, сами посмотрите в каталоге. Буду говорить, нравится или не нравится артикул. Но они, кстати, заклеены, что хочу сказать, без слюды, но вот тут есть наклейка. Артикул 31-35, голубенькая водичка. Малышки такие по типу Candy Story у нас с вами, да, выходят. 30 мл они, наверное, тоже получаются. Объем не вижу, ну, скорее всего, 25, они даже 25 мл. А, знаете, на что похож? Я их не брала, кстати, эти водички еще были. Девчонки, напоминайте, пишите в комментариях, на что похож. Вот такие малышки у нас уже были, когда я только, помню, пришла в Фаберлик. Так, тестируем. Флакончики очень милые. Мне прям вот этот нравится, я не могу. Но я вообще такой цвет обожаю. Давайте тестировать. Ага.
свеженькая нотка какая-то есть, но есть какая-то нотка игривая такая. Зимой будет красиво звучать, девчонки. Вот этот аромат будет красиво звучать зимой. Это не свежесть какая-то зеленая, нет. Это такая, ой, как интересно, здесь что-то потом раскрывается, так интересно. Аромат шлейфит, шлейфит, у него есть шлейф. А мне первоначальные нотки нравятся гораздо меньше, нежели как он начинает звучать потом. Я хочу даже его прям на руку нанести, сейчас посидеть, понюхать, как он на коже будет раскрываться. Интересный. Интересный, и девочкам молодым можно, и девочкам в возрасте подойдет. Очень интересный, игривый такой аромат. Мне нравится. Для меня нет никаких отторгающих ноток, девочки. Мне нравится, прям нравится. Давайте дальше, поехали. Так, 31-34. Желтый. Интересный голубой. Ну вот прям мне хочется на морозы. Знаете, шампанское какое-то вот такое вот игривое. Есть тут такая нотка. Кто любит Lanvin Modern Princess аромат, тому вот этот может зайти голубенький. Так, желтый. Поехали. Тоже все красиво оформлено, все замечательно. А, тут фруктики. Причем чувствую манго, папайя, что-то такое, ананасик. Не помню вообще, какие там ноты, девчонки, говорю, свои ощущения. Не люблю вот это вот зачитывание все, потому что я все равно так не чувствую, как написано. Ананасик чувствую на первом плане. Угу. Парфюмированный ананасик. Пшикну на вторую руку, посмотрим, как раскроется сейчас. Приятный, тоже не отторжение, ничего нет совершенно. Она кожа интереснее раскрывается, слушайте, чем в пробке. Открываем розовый, 31-33. Так. Точно две части будет, девчонки, потому что столько новинок, это вообще невозможно. Красивая крышка, цвет мне больше нравится, чем сам флакон. Такой вот на туалетный столик поставить очень приятно. На подарки набрать, девчонки, на Новый год. Вообще. А тут такой рисковатый, интересный аромат. Угу. Я хочу на кожу его тоже. Угу. Очень интересный. И мне кажется, он самый нестойкий из этих трех. Потому что он у меня как-то вот прям слетает с обоняния моментально. Интересный такой, вот знаете, вот он красный, вот он красный. Да, вот как Рената, как Дезирабль, вот он красный. Вот такая направленность. Я не могу выделить здесь каких-то ноток, фруктов. Нет, в целом композиция достаточно приятная. Интересная, тоже начинает как-то шлейфить уже. Но не начинает, но я чувствую, что изменяется на коже аромат. Здесь больше возрастной аромат. Если вот этот вообще можно взять на любой возраст, абсолютно на любой, то здесь вот как-то на молодой девочке я такой не ощущаю. 25+. Интересный. Интересный аромат тоже вообще никакого отторжения не вызывает, поэтому могу смело рекомендовать. Скорее всего, они все будут не очень стойкими, но тем не менее. Так, девчонки, у меня здесь опять, как всегда, целая гора салфеток Ума 3+, 15 штук, потому что самый удобный формат, пользуемся ими постоянно, поэтому у меня там штук 10 точно есть. Артикул 32-18. Салфетки потрясающие, цена вопроса тоже потрясающая, их тут много, поэтому я их сразу откладываю. Очень много у нас с вами будет детской декоративочки, можно как дополнение к подарочку. Вот он еще один порошок, который завалялся, это как раз Альпийские луга, его артикул 300, появись, 22, второй. Так, из новинок, вот такое мыло детское, 3+, это слоненочек, артикул 29, 57, 60 грамм. У меня Крис любит твердое мыло, ну как, она с ним в ванной поиграется, на 2 дня ей хватает. Она не моется им, она им играется. Вот такой вот милый слоненочек, Фаберлик. Очень приятная душка. Такая детская нежненькая, приятненькая. Аромат прям классный. Тоже на подарочке вот такой вот классно прям. Так, что у нас еще в серии? Давайте Love Winter буду доставать. Выходит. Так. Столько всего красивого. Ух ты, с шиммером, девочки. Lovely Moments. Шампунь, гель 2 в 1 с блесками. Артикул 195. Реально с блесками. Густющий. Нарисован апельсин и лимон. Наверное, гурманский будет аромат какой-то. Вкусно. Мне нравится, девочки. Апельсин или мандарин. Или апельсин с мандарином. Но такой натуральный нехимозный аромат. Прям вообще ни разу не химозный. Прям вот слов нету. Очень вкуснючий. А душка деликатная, натуральная.
цитрусовая, апельсино-мандариновая такая, вообще классный, понравился. Так, сиреневый, какой красивый цвет, вы посмотрите. Шампунь, бальзам, 2 в 1, тоже 3 плюс Ксюшки набрала, ну и Крис тоже уже. 81-32 артикул. Тут у нас черничный капкейк, наверное. Черничка, тоже натурально. Тоже натурально, вообще не химозненько ни разу. Прям такая черничка, без выпечки, без ванильки, вкусная. Не как черничный капкейк был аромат, нет, другой. Прям такая черничка, черничка вообще прям замечательно. Так, давайте по мылу еще пройдемся, у меня тут его много. Вот такое вот фигурное туалетное мыло, пушистое, гель I Love Winter, 60 грамм тоже, артикул 81-30, смотрим. Сегодня Крис будет у меня радоваться, устраивать заплыв, я так подозреваю. Все же вам надо показать. Конечно же, все оставляю себе на подарочки. Потом еще закажу. Вот такая вот елочка прелестная, голубенькая. Как ума пахнет. Не елка пахнет, нет, не бойтесь. Нежненькая душечка, еле-еле уловимая. Ну и, конечно же, змейка 3+, фигурное мыло. Так, артикул 81-35. Смотрим. Ой, вот это яблочком пахнет. Это прямо бьет в нос издалека яблоком. Зеленое яблоко Технокидс линейку. Помните, один в один аромат. Вкусно. Вкусно, свежо, натурально зеленое яблоко. Класс, понравилось. Так, девчонки, наверное, ну давайте еще дальше пройдемся и заканчивать на этом будем. Уже столько наснимали, вторую часть прям выпущу следом, скорее всего, на следующий день. I Love Winter, гель для душа, нежный йогурт. Еще должен быть где-то. Мне кажется, я два брала. Нет, судя по всему, один. В общем, нежный йогурт. Так, 81-27. Потестируем. Похож на черничку, но с химозой. И еще с какими-то фруктами. В общем, компот. Достаточно приятный, свеженький. Без ванильки. Он тоже такой, смотрите, блестящий у нас. Густенький. Вкусно пахнет, мне нравится. Знаете, такой согревающий компот с клюковкой, с черничкой, с яблочком, с малинкой. В общем, вкусненько, вкусненько, свежо, не приторно. И вот такая вот соль. Еще у нас появляется зимняя, как всегда, жемчуг для ванны. Ванильное мороженое. О как. Артикул 75 грамм, 81-28. Я вам обязательно ее покажу, сейчас распаковывать не буду, а то дети рассыпят. В следующем ролике у нас с вами продуктов на затест просто... куча. И вот такие детские шарики с игрушками. Тоже новиночка 16-го каталога. Игрушка внутри. Игрушки здесь уже на морскую тематику. Я выбрала два. И вот пришли два как бы одинакового цвета. Но игрушка, надеюсь, будет разная. Артикул 23-21. Я сейчас немножечко подковырну. Так вскрою, чтобы на момент отдушки потестировать. Практически не чувствую уже за духов. Ничего. Девчонки потом расскажут в ванну, когда пойдут. Так, по ароматам. Голубой. До сих пор чувствую. Но не могу сказать, что он у меня прям будет в любимчиках. Нет, девчонкам предложу своим. Желтый. По-другому совершенно играет. Фрукты пропали. Осталась привлекательная какая-то нотка. С отголосками карамели. Свеженькой такой карамели. Где-то сзади совсем далеко. Приятный. Куда-то фруктики все пропали. Так, красный. Красный более насыщенный пока и более похож на первоначальные ноты, нежели желтый и зеленый. Но они все имеют место быть, на самом деле. Вот все имеют место быть. Вот в голубом какая-то есть притягательная нотка для меня. Вот она есть. Но в целом аромат как бы не мой. Он приятный, у меня нет к нему отторжения, но не мой. Но есть какая-то нотка. Надо обязательно вот им попробовать на улицу, на верхнюю одежду, на мороз попользоваться. Мне кажется, прям будет что-то с чем-то. Так, все, первую часть заканчиваю. Ссылочка для регистрации, как всегда, под роликом в инфобоксе. И вот тут где-то вверху я для вас тоже оставляю. Проходите, смотрите. Если что, пишите в личку. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Приступаем ко второй части.